Поэтический конкурс чтецов, посвященный 120-летию со дня рождения Марины Цветаевой, это и дань памяти принцессе русской поэзии и поиск молодых талантов. Сюда, в библиотеку имени Горелина, пришли финалисты, каждый в своем образе и со своей историей. Этот год у нас первый. Конкурс планируется быть ежегодным. В этом году участвуют только школы города Иваново, средние и лицеи. 9, 10, 11 класс, то есть старший класс. Приходят детишки очень яркие, представляют костюмы, вникают в смысл произведений, раскрывают это все, хорошо читают. Маринушка, Маринушка, Марина синь моря, оцеловалась бабушка, голубушка, со сколькими? Я дань платила песнями, я дань взымала кольцами, ни ночки даром проспанной. Все в райском, в саду. Даша, выпускница 22-го лицея, уже не первый раз читает перед большой аудиторией. Говорит, участие в поэтических конкурсах стало ее фишкой. У Цветаевой особенно нравятся стихи про любовь, но сегодня выбрала про бабушку. Она задорная, она рада, что она прожила такую молодость. Ей есть что рассказать внукам, внуки с ней советуются, вот. Внуки ее любят. Мне кажется, этого хотела бы любая бабушка. Александр – один из немногих чтецов мужского пола. В будущем мечтает стать профессиональным певцом. В Цветаевой любит темперамент и эмоциональность ее поэзии. Поэтому и выбор пал на стихотворение под названием «Дикая воля». Он мне подходит и для мужчины, поэтому такое выбрали специально. Он еще очень много эмоциональный. Я несусь, за мною пасти, я смеюсь, в руках аркан. Чтобы рвал меня на части ураган, чтобы все враги, герои, чтоб войной кончался пир, чтобы в мире было двое, я и мир. Да, я разгорячился, не знаю почему, волнение какое-то было. Преодолеть волнение удалось победительнице конкурса чтецов Акбари Кучай. Отрывок из прозы «Мой Пушкин» она выбрала не случайно. Жизнь самой Марины Цветаевой была трагичной. И по-настоящему это все-таки можно было увидеть, на мой взгляд, не в каком-то стихотворении, а именно в прозе. Потому что в прозе действует не одно лицо, а несколько лиц, несколько событий. Также проза – это все-таки не стихотворение, лад немного другой, и все-таки можно создать свою атмосферу. Созданию атмосферы способствовал и образ Акбари, над которым долгое время трудились вместе с учительницей. Стоило это немалых усилий. Во-первых, это подборка платья, подборка прически. Все это было сначала вычитано, все сделано. Вот. Было нелегко, но справились с этой задачей. По словам жюри, уровень участников оказался хорошим. Такие конкурсы просто необходимы нашему городу и для всестороннего развития молодых ребят, и для формирования поэтического вкуса в целом. Да вообще хорошо, что это все происходит, вы понимаете? Потому что на фоне бесконечных, безмозглых, извините, конкурсов красоты и всего прочего гламура, который вообще всю нашу жизнь как-то так заполонил, вдруг конкурс поэтический, да еще Марины Цветаевой, это просто замечательно. Я просто счастлива, что это вообще существует в Иванове. Инна Сардейская, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.